автомат под названием Гатбах. Я получил его с Америки 2 года назад. Прислал мне его хозяин компании Renaissance Farm. Мы с ним обменивались семенами. И вот уже 2-й год его выращиваю. Достаточно неплохой сорт. Вот плоды красные. Это самый крупный, который вырос в этом году. Это средние плоды, которые все обычно такого размера на кустах. В общем, плоды красные. Куст где-то 80 сантиметров. Сейчас будем взвешивать. Сейчас включим весы. Это самый крупный плод. Да, у нас шли 10 дней дожди, и вот, как видите, плоды потрескались и немного загнились. Это все от избытка влаги. 10 дней вода стояла и не впитывалась в землю. Вот самый крупный плод в этом году. 1 килограмм 126 грамм. Такой вот красавец вырос. Это средний такой плод, тоже треснул и загнился. Этот плод 515 грамм. Видно, что тут стоят килограммы. И один плод я разрезал, показать вам мякоть. Вот посмотрите, немножко пустоты, но это может быть в этом плоду. Этот плод, если разрезать, возможно, пустоты не будет. Одна мякоть, очень мало семян. Плоды красные, очень сочные и в то же время плотные. Для консервации этот сорт не подойдет, так как очень крупные плоды в банку не влезут. На томатный сок, на салат, для всяких соусов, для бутербродов. Просто замечательный будет этот сорт. Это самый крупный. И вот покажу вам кустик этого сорта. Первую кисть мы уже сорвали. Вот уже дозревает вторая кисть. Посмотрите, какие плодики. Ну, вы обычно вытянутые, сердцевидные. Куст высотой где-то 80 сантиметров. До конца сезона он до метра вырастает. Средний вес плодов 500 грамм. В этом году максимальный, ну, округлить 100 кг. В прошлом году были по килограмму 600 грамм плоды. Вот такой вот интересный сорт Гатбах. Очень красивые плоды, очень вкусные. Рекомендую. Вот цветочки, они и дальше будут завязываться. Это вот вторая кисть. Вот третья будет кисть, 2 плода. И вот еще, смотрите, цветут. Они будут до самых заморозков. Ну, 6-8 килограмм таких плодов с куста за сезон можно будет собрать. Всем рекомендую этот сорт.